Ассаламу алейкум всем, дорогие друзья. Я вот здесь тоже такой внезапный, необыкновенный ролик получился. Чем я занимаюсь, я вам так вкратце расскажу. В общем, здесь у нас магазин новый открылись. Я один арендовал. Раньше я тоже шмотками занимался, и этой работой тоже. И вот решил сейчас оборудовать здесь, конечно, магазин небольшой, но такой. Где-то 10-12 квадратов здесь. Но очень хорошая торговля. Иншалла попробуем это тоже. Посмотрим, что как получится. Я для этого делаю этот ролик, чтобы до и после посмотреть, как получится. Вы же знаете, мы видео храним в Ютубе. И так вообще, как типа дневника. Иногда, когда захочется, будем смотреть. Сейчас такой небольшой обзор сделаю. Это дверь вот такая вот. Она поднимается. Сейчас закрыл, внутри работаю. Вот такие вот приспособления, чтобы вешать мебель, можно так сказать. Вот здесь у меня это, знаете, для вешалок, там, чтобы вешать там, ну, куртки, пиджаки, смотря что, чем вы занимаетесь. Вот это я сейчас в круговую вот так вот пойду, все оборудую. Ну и когда закончим работу, иншалла, где-то, наверное, я думаю, завтра уже будет все готово. Товар завтра подходит уже, мне нужно успеть. Сегодня вечером здесь занимаюсь. В общем, стараемся что-то делать. Да, у двери пульт такой вот. Ну как, в основном на гаражах тоже такие же пульты бывают. Дистанционки, вот смотрите, сейчас вам покажу. Вот, такой вот. Вот так вот открываешь. Дверь начала открываться. Как видите. В общем, здесь очень много магазинов. И так подвернулся один, смогли арендовать. Вот. Здесь их валом, конечно, очень много. Где-то, не знаю, магазинов 1000, может, больше. И вот таким вот он закрывается, как гараж. В общем, работаем. Сейчас нажму, чтобы закрылось. В общем, это тоже ролик такой. Можно немножко связать с мебелью, да, я мебелью тоже занимаюсь. Так что по этим делам мы шарим. Ну, там еще что я хотел сказать. Один парень мне на телефон, я, конечно, с ним связаться не смог, один парень мне на телефон скинул такое послание, что, Султан, мог бы ты сделать обзоры про плюсы и минусы BMW. Ну, а так как это мое любимое тело, тема, ну, конечно, я вместе с BMW как одно тело, можно сказать, тоже. Я постараюсь ответить на эти вопросы, сейчас немножко с этими делами разберусь. И про плюсы, про минусы BMW, но думаю, что и за Audi надо будет поговорить нам. Посмотрим там, как получится, но на ответы я буду отвечать, на вопросы. И еще, да, если мои ролики будут выходить, задавайте вопросы. Я думаю, что так легче получается, но не всегда можешь зайти, увидеть какой-то заданный вопрос. Думаю, так легче получается, чтобы нам вот так отвечать на вопросы. В видеоформате, да, можно сказать. Ну, всем пока, до следующих встреч.